кто из вас больше, будь как меньший. И начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы пребывали со мною в напастях моих. И так же, как мой Отец дал мне власть надо всем, я дам вам такую же власть, и вы будете есть и пить за моим столом в моем царстве. И сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Тогда нет среди нас предателя. Симон, Симон, вот, сатана, дабы искусить вас, просил просеять вас, как пшеницу, отделить хороших от плохих. Но я молился, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, обратившись, утверди братьев твоих. Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как трижды отречешься, что не знаешь меня. Когда я посылал вас без сумы, имели вы в чем недостаток? Нет, ни в чем. Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо исполнится, что сказано в Писании, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Смотри, Господь, вот два ножа. Довольно.